Всем здорово, с вами Стим, и сегодня мы будем угонять машины в разных местах, в разных точках. Почему я не могу сесть на тачку? Ладно, придется угнать. Короче, суть в чем? Нам нужно найти тачки и угнать их нахрен. И отвезти вот этому Симону, который мне написал слева вверху возле карты. И сейчас нам найдут, надеюсь... Один из наших найдет нам тачку. Я хз, потом поехал, вообще прилетел. У меня почему-то там летающий мотоцикл. И нам, короче... Оба, нам вертолет нужен. Где они? А, вот. Понял тебя. Я поехал на Д, короче. На Д часть. Пусть он там летает. Я поехал на Д. Все, короче. Хреначим туда по-бырому. Угоним транспорт и отвезем Саймону. Симону, точнее. Мы уже сбили кого-то. Главное. Водитель от бога просто. Главное. Ментам не попасться, короче. И все будет шикарно просто. И все. Так, ну все, нам осталось чуть больше километра, и мы на месте. Так, кто-то вообще на вертолете. Так, тихо, аккуратно, аккуратно едем. Тут очень маленькая дорога. В дрифт просто заходим, все, мы просто шикарно в плане этого. Так, кто заметил, моя новая переодевашка, я тут решил енота взять. Енот красавчик просто, мне просто енот понравился. Я тут никого не ворую, просто никого не плагиачу, просто енот четкий. Так, мы вошли в поворот как следует, ничего. Ну, мы уже на месте, это главное. Так, тут, наверное, будет дохрена людей, поэтому... Хотя тут никого нет вообще. Так, ну теперь нам нужно перелезть через забор. В принципе, это не сложно. Взять вот эту машинку и уехать. Прям. Все. Ага. Только вопрос, как нам отсюда выехать. План Б, действуй! А? О, все, это шикарно было, короче. Теперь надо как-то развернуться мне. И поехать на место назначения. Все. Изи пизи лемон сквизи. Угнали тачку без проблем. Только разбили уже. Все, поехали. Блин, красивая машинка. Вертолет, слышу, что летает. Здесь это не менты. О! Все, нахрен, эта машина уже точно в концепцию не попадает. Все, едем, едем, короче. Блин, нормально, тачку хочу себе такую же. Как она называется-то? Возьму себе такую же тачку, все. Че они там машину что ли угадать не могут? Или че они так долго? Команда, блин, еще называется. Сейчас мы вот так доедем быстро, быстро еще. С ветерком. Так.
Так, мы приехали. Так, одна тачка есть. Где? А вот это что стоит тачка? Почему ее он не поставил? Все. А, кто-то уже умер просто. Понятно все. Возьму вот эту кломагу, короче. Так, Б едет. А еще не едет, понятно. Ха! Симон написал, да ты профи, работник года просто. Так, мне кажется, нужно помогать нашим друзьям. И поэтому мы поехали за вертолетом. Ну все, едем, короче, за вертолетом. А будем помогать сверху. Ты что там? О, машина! О, нормально, вошли. Лада, блин, русская, блин. Лада, седан, баклажан. Ну давай, давай, давай. Чё тормознул ты? Ё-моё, ну ещё переднеприводная, блин. Опа, а там уже А едет. Ладно. Едем обратно. Переднеприводная неплохо, блин, так как будто это... Полицейский разворот делают неплохо, неплохо. Неплохо, он в поворот уходит. Все, мы все доставили. Где вертолет? Помоги доставить транспорт. Ну я еду. А он и вертолет. Все, приехали. Че стоим? Угоните транспорт. Че, он не угнал, что ли, транспорт? Да, он поставил вообще. Все, приехали. Че? Все. Йоп. Итак, у нас следующая миссия, это нужно пробраться в участок и угнать. Почему я не могу? Ладно, садись. Поехали, нам нужно пробраться в участок и угнать 4 тачки. Полицейский участок, точнее, там, на склад или куда-то, не знаю. Короче, сейчас будет просто битва с ментами и все в этом духе. Понятно. Ладно, чтобы он не разбился нахрен. Мы не убили, у нас всего лишь 2 жизни. Так. Теплый вкам крутой. Так, все. Видим машины, а вот и полиция. И мы просто влетаем сюда, как... Зашибись, ты просто въехал сюда. Прячься, блин! Дробовики ни хрена не! У меня ППШ, поняли, сосите! Твою! Зашибись, умерли, как встали. Нахрена ты сюда-то заехал? Прошли, блин. Где я, блин? Я там еще. Ой, сюда сейчас полиция приедет. Ой! Мне хана, короче. А он уже угнал тачку. Где тачка-то? Ёб, вертолет еще. Короче, бери машину эту. Гони, 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 гони. Шел нахрен отсюда. Козел драный. Так, теперь надо оторваться от ментов. Я не знаю, как это сделать.
Короче, едем. О, еще избил нашел, зашибись. А, вот так видел, да? Фу, ох ты! Пошел отсюда, козел. Самба. Ага. Так, ладно, все, надо уходить от полиции. Или нам плохо будет. Очень плохо. Так, вот сюда во двор. Мне бы еще нормально въехать в этот двор, блин. Все, въехали, въехали, короче, все. Заехали. Так. Видим на карте, что где полиция. Просто полицейский разворот. И там вертолеты летают. Поэтому мы вот сюда заедем. И налево повернем. А дальше я вот не знаю, куда ехать. А, теперь знаю. Доставить ситуацию в доке, короче. В доке надо их доставить. Поехали в доки. Че, я один? Нет, там еще один транспорт. А, один номер, короче, понятно, все. Ой, зашибись. А, не вошел в поворот. Видит, нахрен не расхерачился. Ай, всю машину раскреначил уже. Ну там уже поехали за последней машинкой. Так, две доставили. Третью я тоже доставил. Осталось только за малым. Последнюю. Так, ну все, это достой. Так, пойдем за машиной. Будем кататься, помогать своему напарнику. Я видел, где-то там машина, короче, есть. А? Нет ее тут больше, понятно. Где машину-то взять? А, вон нет. Все, зашибись. Мне вот эту, потому что там другая колба какая-то. Так, все. Подъезжаем мы. Интересно, если я эту поставлю, чем будет? Ничего не будет. Ему на эту машину не нужна. Поэтому поехали на встречу к другу нашему. Будет там. Поможем своим. Ома. Понятно все. Ха! Супер просто. Приехали. Да.